Здравствуйте! В эфире первого Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Жители микрорайона Шахтерский против высокого тарифа за отопление. Крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме по улице Бульвар Мира. В Караганде прошел третий областной турнир по Алтын-Сака и турнир по футболу и волейболу среди молодежных организаций. Жители микрорайона Шахтерский против высокого тарифа за отопление. Все они недавно получили квитанции, где написана сумма 260 тенге за квадратный метр. Жильцы четырех многоэтажек отказываются платить такую сумму. Если ее утвердят, они намерены устроить гражданский протест. В Астане даже таких цен нету за отопление, ни за свет, ни за отопление. Приходит то, что ты нам отдал, еще общая домовая по 7, по 8 тысяч. Жители микрорайона Шахтерский возмущены тарифом за отопление, который им выставила компания «Горкомхоз». Альмира Лукьяненко – воспитанница детского дома. Сирота ждала свою трехкомнатную квартиру около 10 лет. А сейчас, имея на руках двоих малолетних детей, она не в силах оплачивать и половину коммунальных счетов. Ведь помимо этого девушка платит государству за арендное жилье. Отопление нам считают 260 квадратных метров. Это получается трехкомнатная 17, 18 тысяч, 19. Лично мои двое детей, они болеют. Это не я одна. Вот девушка стоит, тоже ее дети болеют. Сегодня мы заболеем, а дети заболеют. Завтра мы, и что останется? Мы, если от нас госконтроль этот не решит эту проблему, что нам делать вообще? Как мы будем жить? Такое же недовольство высказывает и другая воспитанница детского дома Оксана Михайловская. С ее слов, в этих домах в основном живут сироты, многодетные семьи, матери-одиночки, ветераны и инвалиды. Платить по 15-20 тысяч только за тепло жильцы не в силах, поясняет Оксана. Да и дома этого самого тепла не чувствуется. Получила по программе, как из детского дома выпускница. 9 лет стояла на очереди. И вот дома холодно сильно, а просит тариф 260 тенге квадратный метр. Это очень для меня дорого. Я сама мать-одиночка, двоих детей. Для меня невыгодно столько платить. Поддерживают слова Оксаны и другие жильцы. Все спешат показать холодные квартиры и некачественный ремонт, сделанный государством. А в котельной, расположенной около домов, оказалось, что работают не все котлы. Этот котел стоит в запасе. Когда его подключим, я не знаю. Я лишь выполняю приказы начальства. А руководство компании «Горкомхоз» высокий тариф считает обоснованным. С их слов, котельная, обслуживающая дома по улице Шахтерская, 14, 114, 115, 120, имеет свои расходы. В тариф включена стоимость угля, зарплата 5 работников и стоимость обслуживания котлов. Также они пояснили, что пока антимонопольный департамент тариф не утвердил, а холодно у людей потому, что они не утеплили квартиры на зиму. Говорят, должны пожалеть, там живут пенсионеры, живут дети. У нас в нашей организации тем людям, которым платится зарплата, тоже есть и дети, есть и родители, за которых они заботятся. Мы в первую очередь должны думать и о себе тоже, не только жалеть кого-то. Организация должна находиться на плаву. Для справки. По области самое дорогое отопление считалось в Саране. Средняя стоимость квадратного метра – 150 тенге. Квадратный метр центрального отопления в Караганде стоит 99 тенге 70 тиен. Видимо, коммунальщики шахтерского поселка решили побить все рекорды. Жильцы этого района называют себя обделенными. Ведь и автобусы сюда ходят раз в час, а в обеденное время у водителей перерыв целых 2 часа. Дети вынуждены приезжать в школу на час раньше уроков. Аймамрина Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Крупный пожар произошел в многоэтажном жилом доме по улице Бульвар Мира. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 7 утра. Службы пожаротушения работали на месте около 3 часов. Было эвакуировано более 10 человек. Пострадавших нет. Причина пожара пока не установлена.
По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из квартир мансардного типа в многоэтажке по улице Бульвар Мира, 30. На момент прибытия службы пожаротушения площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Было эвакуировано более 10 человек, в том числе и дети. 7.21 уже первое подразделение прибыло сюда. При первом прибытии уже происходило горение открытым пламенем кровли здания. Был объявлен повышенный ранг вызова. В данный момент подразделение работает по повышенному рангу тушения. Привлечены подразделения практически со всего города. В тушении пожара были задействованы 17 единиц техники и более 60 человек личного состава спасателей. С их слов, ликвидация огня сопровождалась трудностями, так как в квартирах были использованы горючие утеплители в виде пенопласта. При горении он выделял едкий дым, что затрудняло подступ огнеборцев к месту возгорания. Эвакуированные жильцы дома стояли во дворе. Никто не хотел расходиться. На их лицах читалась тревога и отчаяние. Горит с 7 утра, горит 4-й этаж, мансарды горят. И горит, вы видите, что горит. Периметр 4-этажного дома оцепили, эвакуировали людей из поликлиники, которая расположена рядом с домом. На месте пожара находились чиновники. Они пытались предотвратить панику и успокаивали граждан. Согласно законодательству, сначала будет выяснена причина. Затем, если это конкретно наши жители, пострадавшие, то будет рассматриваться вопрос в соответствии с законодательством из соответствующего фонда о выделении помощи. Но вначале должна быть конкретно определена причина возникновения данного пожара. Пожар удалось потушить только через 3 часа. Причины возгорания пока неизвестны. Аймам Риналжац Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. На очередном заседании Координационного совета по государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию республики были представлены инновационные проекты. Общая сумма затрат составляет 880 миллиардов тенге. Новшества дадут карагандинцам порядка 2000 постоянных рабочих мест. Подробнее об инновациях вы узнаете из сюжета Асель Сазанбаевой. Для включения в региональную и республиканскую карту индустриализации были рассмотрены ряд крупных инновационных проектов с участием иностранных инвесторов. Заседание проходило под председательством заместителя акима Карагандинской области Ануара Ахмеджанова. На рассмотрение Координационного совета поступили 3 проекта, кандидаты для включения в региональную карту индустриализации. Вторым блоком вопросов рассмотрим предложение по дорожной карте бизнеса. Предлагаю начать работу. В республиканскую карту было включено 2 проекта. В качестве активных инвесторов выступает Китайская Народная Республика. Первое место занял проект по реализации строительства карагандинского завода комплексных сплавов. Воплощать проект вместе с карагандинцами будет ведущая китайская компания Sinosteel. Строительные работы планируется проводить на территории специальной экономической зоны СРРК. Одним из соавторов данной идеи является глава государства Нурсултан Назарбаев. Реализация задуманного в первую очередь привлечет в регион инвестиции на общую сумму более 73 миллионов тенге и создаст около 1000 рабочих мест. Что такое комплексный сплав? Это сплав, содержащий порядка 20% алюминия и от 50 до 60% кремния. Вот этот комплекс, который позволяет получить качественную сталь в дальнейшем переделе. Наше производство планируется установкой. Есть такие в металлургии печи, класс печей рудотермических. Вот всего завод проектируется под строительство 28 таких печей. В первую очередь будет построено 8 печей. Значит, 8 печей позволит производить 175 тысяч тонн вот такого сплава в год.
Вторым вошел проект под названием «Строительство комплекса по переработке угля». Данная разработка – результат достигнутых договоренностей президента Республики Казахстан с руководством КНР. На новом предприятии будут выпускать дизельное топливо и различные химические продукты. Новшество позволит повысить рентабельность разработки угольных месторождений, создаст принципиально новое направление в промышленности региона – углехимию. Асель Сазымбаева, Олжас Габасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Исполняющий обязанности акима Карагандинской области Асылбек Дюсебаев провел областное селекторное совещание об акции по легализации имущества. В совещании приняли участие руководители областных управлений и заместители акимов городов и районов области. 13 ноября 2015 года в закон Республики Казахстан об амнистии граждан Республики Оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в связи с легализацией ими имущества, были внесены изменения. Теперь срок легализации продлен до 31 декабря. В перечень имущества, подлежащего легализации, включен также налоговый доход субъекта, индивидуального предпринимателя и юридического лица. Согласно новой редакции закона, легализованный налоговый доход не подлежит налогообложению. 23 ноября текущего года на заседании правительства премьер-министр поручил всем госорганам и акиматам обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение поручений главы государства в части и по проведению акции по легализации. На сегодняшний день поступило 744 заявления, из них только 233 одобрено и 54 находятся на рассмотрении. Наибольшее количество заявлений поступило по городу Караганда. Это 342 заявки. В целом по области комиссиями принято решение о легализации имущества по 233 заявлениям, включая 21 жилой объект и 223 нежилых объектов. Из них 98 объектов легализовано по городу Караганде, по 34 объектам в городах Жезказган и Темиртау, 15 объектов в Бухаржирауском районе, 11 объектов в Абайском районе. Асылбек Дюсебаев отметил недостаточную работу комиссии по легализации имущества городов Каражал, Приозерск, Сатпаев, Улутау, Кишецкий, Абайский, Актагайский, Бухаржирауский, Жанааркинский районы, а также дал поручение провести анализ отказов в легализации имущества по ранее поданным заявлениям и обеспечить широкомасштабную агитацию и пропаганду нововведений законодательства о легализации имущества. Диана Рамазанова, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. В Карагандинском регионе увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. В текущем году зарегистрировано около 800 аварий. Основными причинами трагедии полицейские называют безалаберность водителей и плохое состояние большинства дорог. Депутаты областного маслихата разбирали эту проблему на заседании постоянной комиссии. В текущем году количество ДТП увеличилось на 3,5%. В результате аварии погибли 140 человек, 914 пострадавших получили различные травмы. Эти цифры, к сожалению, увеличиваются, поясняют полицейские. Профилактические акции «Безопасная дорога», «Автобус», «Пьяный водитель», «Преступник» не дают должного результата. Рост наличности по всем трем показателям допущен в органах предела Сапаева, Осакарском районе, Минском районе. Кроме того, отмечает рост агрессии по количеству ДТП и тяжких последствий в Жезказгане, в городах Сапаева, Саране, Жанаркинском районе. Говоря о видах, наибольшее количество происшествий, это 216, приходится на наезд на пешеходов. Народные избранники считают, что рост ДТП происходит еще и из-за плохих дорог. Зачастую подрядчики не соблюдают правила укладки асфальта. Ежегодные работы по замене труб, проводов затрудняют дорожное движение и создают аварийные ситуации. Заторы на дорогах увеличивают опасность для пешеходов. Также при выборе подрядной компании никто не проверяет их рекомендации на рынке услуг, говорят депутаты. Техника не соответствует стандартам. Сначала нужно провести широкую разъяснительную работу, а
потом уже начинать требовать выполнения этого законодательства. Вот так же эту работу провести в депутатском корпусе. Народные избранники предложили установить знак «Пешеходный переход» на дороге перед крупнейшим торговым домом «Ситимолл». Также они выразили недовольство работой коммунальщиков. Многие компании, проводя ремонт своих сетей, раскапывают дорогу и бросают ее. Согласно законодательству, они должны устранять последствия своих действий и приводить дорожное полотно в надлежащий вид. Чаще такая ситуация встречается в Темиртау и Шахтерской столице. Председатель постоянной комиссии Гульнар Бижанова предложила внести все эти вопросы в протокол заседания и направить соответствующим органам письма уведомления. Аймам Ринаулжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Молодых людей из Казбекбийского района призывают отдать долг родине. До середины декабря более 100 парней отправятся на воинскую службу. Сейчас призывники проходят медицинскую комиссию. Подробности в следующем сюжете. По словам членов призывной комиссии, желающих служить в армии становится больше. Умир Баранбаев по специальности экономист. Окончив университет, молодой человек сам пришел в военкомат. Он считает, что служить в армии – долг каждого мужчины. Армия закаляет человека, особенно это тем более парням нужно. Парни более мужественные становятся в армии. Это, в общем, по жизни пригодится всем. В беседе один из призывников сознался, что боится дедовщины. И таких ребят, к сожалению, немало. Но госслужащие пытаются всячески поддержать молодых людей. И в городе, и в Казабекбийском районе проводили разъяснительные беседы с призывниками, уроки мужества и встречи с ветеранами. Все это делается для того, чтобы воспитать патриотизм в будущем военнослужащем. В этом году, тем более, год юбилеев, 70 лет было великой победе, Великой Отечественной войне. Проводились по городу, тем более по району Казбекби, проводились встречи с ветеранами, уроки мужества, встречи о боевых подвигах. Рассказывали призывниками и школьниками, подрастающими юношами поколения школ, колледжей. Района. Постановлением акимата города Караганды была создана призывная комиссия. Под председательством акима района имени Казбекби Татьяны Шатохиной и заместителя руководителя управления здравоохранения Даны Байкеновой. У нас ведется организована работа по призыву граждан на воинскую службу. Нами, акиматом, совместно с органами внутренних дел и военкоматом проводится определенная работа по обеспечению явки призывников для военкомат. Лариса Хусейнова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В кинотеатре Саржайлау состоялась премьера документального фильма. Продолжительность фильма 90 минут. Режиссером является Ерлан Тулеутай. Показ нового творения посвящен 200-летию Тотимбета Казангапулу. На первом показе фильма побывала и наша съемочная группа. Оған Тәттібетті әкесі ерте үйлендірді. Оған Алтай руының Сармантай бұтағынан тарайтын әлді атаның Ақпөпе деген қызын айттырып алып берді. Праздничные дни, посвященные 200-летию Тотимбета, насыщены и разнообразны. Сегодняшняя премьера документального фильма собрала полный аншлаг. В фильме рассказывается о жизни и творчестве великого Тотимбета и об общественной деятельности именинника. Съемка фильма продолжалась полгода. Кроме конкурса, в эти дни проходят интересные мероприятия. Сегодня, вот, например, премьера фильма, который сняла студия «Казахфильм», она посвящена творчеству, жизни, в целом общественно-политической деятельности нашего великого Тотимбета Казангапулы. На празднование 200-летия Тотимбета Казангапулы приехали искусствоведы и историки с разных уголков Казахстана. Со слов гостей, такие мероприятия позволяют подрастающему поколению познать настоящих героев своего региона. Два дня здесь идет конкурс имени Тотимбета. Мы с радостью восприняли и согласились приехать. Со мной вместе приехали известные музыковеды, ученые, которые занимаются исследованием творчества Тотимбета. Дни Тотимбета продолжатся до 27 числа этого месяца. Для культурной жизни города и подрастающего поколения такие познания в истории искусства особо необходимы. Гульза Ацахова, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский.
После премьеры документального фильма о жизни великого Таттимбета Казангапова состоялась научно-практическая конференция «Күй күмбезі Таттимбет» с участием профессорско-преподавательского состава Казахского национального университета искусств. На встрече музыкальные критики, политологи обсудили творчество основателя казахского Шертпе-Күй. Таттимбет принадлежал к родовой знати к старинной благородной и состоятельной семье из рода Шаншар. Отец Казангапа имел высокий воинский чин в царской армии. Мальчик не знал нужды ни в чем. Одним из предков Таттимбета был знаменитый Каздауста Казбекпи. Увлечение музыкой началось с самого детства. В 1850 году молодой Таттимбет основал первую школу по Шертпеки. Таттимбета знают по всему миру. Он является не только основателем Шертпеку, он политик, оратор, просветитель. Таттимбет – яркий представитель домрового стиля Шертпе. Особый шелковистый и трепетный звук извлекается не ударом по струнам всей кистью, а путем Шертпе – щипковым приемом, изящным перебором пальцев. Музыкальные критики оценивают талант и творчество Таттимбета как начало новой эры в развитии народной музыки. На конференцию были приглашены музыкальные критики, музыковеды из ближнего и дальнего зарубежья, прямые потомки Таттимбета Казангапулы. И мы рады приглашению областного акимата, который вот организовал эту конференцию, не только конференцию. Вот два дня здесь идет конкурс имени Таттимбета. Мы с радостью восприняли и согласились приехать. Со мной вместе приехали известные музыковеды, ученые, которые занимаются исследованием творчества Таттимбета. Таттимбет является автором свыше 40 разнообразных киев. Многие кии Таттимбета использованы в современных оперных, симфонических, камерно-инструментальных произведениях. Таттимбет Казангапулы прожил долгую творческую жизнь и своей многогранной и талантливой деятельностью внес выдающийся вклад в историю отечественной музыкальной культуры. Гульза Ацахова, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Караганде прошел третий областной турнир по алтын-сака и турнир по футболу и волейболу среди молодежных организаций. Спортивные мероприятия, приуроченные ко дню первого президента Республики Казахстан, организовало Управление по вопросам молодежной политики. В центре бокса имени Серика Сапиева прошел третий областной турнир «Алтын-Сака». Областной чемпионат по игре «Асакату» уже стал традиционным. Все участники считают, что национальные виды спорта необходимо пропагандировать среди молодежи. 12-летний Нурдаулет Толеуханов освоил этот национальный вид спорта еще 3 года назад. К турниру мальчика готовил отец. Сегодня мы будем асики играть, надо первое место получить, чтобы выиграть приз, и надо гордость свою держать. Еще мы будем со всеми командами сыграем, и надо первое место взять, и я думаю, что будет весело. В турнире приняли участие молодые люди от 14 до 21 года. Ребята приехали из разных городов и районов области. Каждую команду представляли по 3 человека. Победителям соревнований вручили медали, дипломы и ценные призы. Пока молодежь играла в национальные игры, в это время в Карагандинском государственном техническом университете сотрудники молодежных организаций соревновались в умении владеть мячом. Как рассказал директор Центра по работе с молодежью Биржан Алимжанов, о турнире они узнали за 10 дней. На тренировки ушло не так много времени, однако карагандинцы показали хорошие результаты. Первое место заняла команда «Жайдарман», на втором месте оказалась молодежная организация «Кайсар», а третье занял молодежный ресурсный центр Каркаралинского района. Всем известно, что спортивные соревнования являются одним из самых лучших инструментов укрепления корпоративного духа организации. И именно преследуя эти цели, молодежный крыло «Жайдарман» Каркаралинской области проводит турнир по мини-футболу, по баскетболу среди молодежных организаций и центров по работе с молодежью Карагандинской области. Основной целью мероприятия является развитие, пропаганда и популяризация массовых видов спорта среди молодежи и молодежных организаций. В Казахстане регулярно проводят спортивные мероприятия, а граждане активно поддерживают. Данные соревнования проводим в рамках празднования Дня первого президента, то есть именно в канун празднования Дня первого президента. И мы решили отойти от, как сказать, от таких форумов, то есть и решили, да, как вы говорите, ударить по спорту. И мы уже с первого раза видим, что это действительно вызывает среди молодежи очень такой, положительные, как говорится, отзывы.
турнире приняли участие молодежное крыло партии «Нуротан», «Жасотан», отряды «Жасыл-Ель» и многие другие молодежные организации. Участники 15 команд со всех регионов области с удовольствием приняли участие в спортивных состязаниях. Победителям турнира вручили медали, дипломы и ценные подарки. Лариса Хусейнова, Жаслан Маклубеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Смотрите кабельное телевидение «Алма-ТВ» и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Добросовестные плательщики могут стать обладателями квартир в городе Астана и Алматы. Фортуна может улыбнуться многим. Розыгрыш пройдет 15 декабря. «Алма-ТВ» не забывает своих обещаний и объявляет о проведении второго зимнего этапа розыгрыша, по итогам которого два удачливых абонента станут обладателями суперпризов – новых квартир в Алматы и Астане. Также компания по традиции разыграет и другие ценные призы. Ничего не изменилось в наших планах. Те клиенты, которые, как мы говорим, добросовестные, оплачивают наши услуги вовремя или подключаются непосредственно перед этим тиражом, они попытают счастья, и кому-то из них это счастье улыбнется. Потому что, согласитесь, призы очень заманчивые, и уже 15 декабря призы найдут своих владельцев. Как мы говорим, каждый имеет возможность найти под новогодней елкой свой счастливый ключик. В преддверии важного события мы навестили одного из победителей летнего этапа розыгрыша – Елену Сержанскую из Астаны. Женщина стала счастливым владельцем новенькой Toyota Camry. После торжественного вручения в Алматы мы сразу вместе с супругом с Алматы до Астаны ехали уже на этом автомобиле. И вот с первого дня по сегодняшний день мы катаемся, и автомобиль не подводит. Условия розыгрыша остаются прежними. Все очень просто. Нужно всего лишь вовремя оплачивать услуги «Алма-ТВ». Номер абонентского договора – это ваш лотерейный билет. 15 декабря все добросовестные абоненты автоматически примут участие в розыгрыше. Более подробно с условиями участия можно ознакомиться на сайте компании и в офисах «Алма-ТВ». По правилам акции, в течение месяца со дня проведения розыгрыша победителям сообщат приятную новость. Представители «Алма-ТВ» свяжутся по телефону или электронной почте, указанных в договоре и базе данных. В преддверии Нового года как никогда хочется верить в чудеса. Мы пока не знаем, что в этом году принесет нам Дед Мороз, но мы с уверенностью можем сказать, что два абонента «Алма-ТВ» найдут под новогодней елкой ключи от новых квартир. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Приятных вам выходных. Аман Сагболоңыздар.